я хотела реализовать свои цели. Но после того, как мы прошли тренинг, буквально сегодня я узнала призму своего взгляда на свои цели и пришла к мнению, что я буду это реализовать с другой стороны. И что удивительно, что все эти идеи, они были во мне, и как я не могла это все рассмотреть. Но когда нас окунули в критические моменты, все это всплывало, и я не знала, что я способна на результаты в 3 раза больше, но это произошло здесь. Я думаю, что я как бы способна на большее, чем даже в 3 раза. Қандайдыр өзім үшін бір игілік жолына түшу, мақсаттарды атқару, қантып атқарса болады, қандай ошо мақсатқа болған тосқолдықтар болады. Аталышында жаңырайшын деген бұл ең англисше сөзінен алынған новейшын деп, новаторство деп. Ошол сөз елге мұндай айыл жергесінен келген елге мақсаттарын қантып жаңырту, қандай қадамдар жасаш керек, адам баласымен қантып мамиле түзуш керек. Я приехала с города Балыкчы. Мне здесь это все очень нравится. Очень прикольно на самом деле. Мы многому тут научились. Все очень шикарно. Хочу сказать всем спасибо организователям всем. Мы вчера за несколько часов должны найти были большую сумму денег. Да? Никто не смог. Я думала, уже все, не смогу, потому что мне 100 раз отказывали, много было поражений, я уже плакала, мне было ужасно, но моя команда поддерживала, мы друг другу доверяли, каждый из нас друг другу верил, поддерживали и искали новые выходы. У каждого свои идеи, если все это взять и вместе собрать, получится новые, выходят новые идеи, идеи за идеей, и находим выход, да? Все же сумката не сюсти. Қорқып өткенбіз, мысалы, бір іште қылуға, қор жетпей қаламын ғой дегенім емес, бірақ қылсақ қана ашып кетуі мүмкін екен да. Андағы мен пайда алдым мен. Мешімнен тура пландауыны, мысалы, астына қойған іште мына тура қылу, елді өзгертерлік іштерді қылуын үйрендім. Ойыншыларға шоң рахмат, пайда алдық, өзгеру болды ішімізде. Тренингтен аябай стрессоустойчивость, а тестер дают такая вай. Шунай тренинг тер болды. На пределе десе башында түшүнгөн эмесмин. Бирок на пределе болуп, действительно барыбызды шундай сынап, шундай стрессоустойчивость текшерип, шундай бир өзүн өзү ишенбеген жашыруун бир биздин способностьтарыбызды, таланттарыбызды чыгарганга жардам берди аябай. Келгениме өкүнбөйм. Я пришел сюда с целью узнать знания, как развиваться, как развивать бизнес. Я тут многое узнал, как надо, куда деньги тратить, куда нет.